решили вырваться в лес осенний, такая уже осень прямо хорошая, такая ощутимая, и вот начали путь, как положено, откуда начинается практически Николаевск, вот с нашего серпантина. Ну, вот здесь Николаевск начинается с воздуха, есть у нас еще там, где Николаевск начинается с воды, есть Николаевск начинается, нет, Николаевск начинается либо с воздуха, либо с воды, по-другому никак сюда не зайдешь, да? Через Амур-то надо переправляться же однозначно. Вот, поэтому, а в какой поедем мы лес? Мы поедем в лес, наверное, поедем в лесной лес. Вот, лесной лес. Кстати, у нас тут уникальное такое место. Вот оно. Тут топит постоянно, но картоха у них, говорят, такая хорошая. Вот кабелечек, запасочку висит. Видите, как все приятно, хорошо все сделано. Вот Николаевск на Амуре. Слышал, что средняя зарплата уже по городу подросла до 98 тысяч в месяц. Средний. Медианный доход. В общем-то, тоже, наверное, подрос немножко. В городе трудовой славы. Город трудовой славы, великих ратных подвигов по выживаемости и, конечно же, замечательных дорог и управляющих компаний. Это самое главное, самое главное. Здесь мы уходим, кто может быть подзабыл, кто смотрит мои видосы, вот николаевские. Всем привет, кстати, привет всем передаю, привет, кстати, Глебу, привет, кстати, кому привет передать, Жене привет, Жене Федорову, кому еще, вот, хотя он николаевский у нас тут не был, ну, возможно, еще подъедет с проверкой. И вот здесь мы выезжаем на объездную дорогу, и тут есть такие у нас хорошие, недалеко от города, в общем-то, замечательные грибные места. Вот у нас люди идут, тут туристы, некоторые живут даже здесь вот у нас. Всегда хотел, можно я просто открою? Надолго. Хотел погоду от Вицы это заснять, показать. Ну, не знаю, глубину все вида возьмет ли вообще вот камера телефона. Плюс еще опять на солнце идем. Тут надо делать специализированную съемку. Если вообще закупить нормальное оборудование, можно про Николаевск на Амуре снять такой фильм прям. И причем снять фильм, нулевой километр, и погнали отсчет. Причем снять фильм как в версии полнометражной для показа, например, по телевидению, да, к центральному, я имею в виду страновому. Вот. И сделать видос. Но на самом деле, как есть Николаевск. Один, короче, за мануху. Такой, типа, приезжайте сюда все. Ой, вообще тут просто. А другой видос, когда они приедут, пускай они увидят. Вы попали в самую жопу. В туда вниз? А, так мы же вот объезжаем, получается, по объезду едем и заезжаем. Мы как раз там находимся. И там самолеты взлетают, мы же видели. Садятся. Получается, ехали туда, казак-мазак строил там этот, забор красил там, вот, и мы туда приезжали, вот так же походу, и мы туда приезжаем, а в эту низину, не знаю, ну, спускаться ты хочешь туда? Можно и спуститься. И вот, короче, говорят, два фильма, один получается, ну, такой, какой нам показывает администрация, там, прочие, там, СМИ административного ресурса, вот, такой, ну, хороший, нормальный, позитивный, ну, а другой, ну, как есть, ну, не то, что там чернуху показать, да нет, просто как есть, показать результат управления вот этой вот здесь, там, где еще, везде, короче говоря. Пускай, как бы, ну, вот люди посмотрят и сами увидят, где у нас пособники, есть у нас пособники, может быть, нету пособников, но я вот думаю, что есть. О них мы говорили неоднократно, без упоминаний там, да, фамилии, имен, прочее.
Ну вот институт пособничества — это институт Горбачева-Ельцинский. Он как вот начал практиковаться с 85 года, с начала перестройки. Так, собственно, все циклы как раз 15 лет, через 15 лет все циклы производственные основные посыпались. Что, куда едем-то? Едем вот сейчас туда и заворачиваем. Вот туда пальцем показать хочу. Туда и заворачиваем туда. Или до остановки, или после чуть-чуть. По-моему, сразу сюда за ворот. За ворот, поворот. Вот здесь Николаевск-на-Амуре уже граница города. В прошлый раз сюда же ездили? Нет, сюда заезжали. Я, по-моему, здесь этот, первый стрим писал, который у меня не записался. Что-то на, минут на 38. Да, правильно, вот они взлетают отсюда. Все верно. Вот мы как раз подгадали прям четко. Вот, вот здесь такое место, где все это можно посмотреть, увидать. Плохо в камеру видно, но вот. Как раз вот сейчас самолет обслужился и погнал дальше. Вот здесь отличные белые, да, мы собирали? Да, сюда, по-моему, заезжали. Да, 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 да. Это надо туда дальше. Ну, поехали ехать. Чуть подальше. Тут же дорога нормальная, так. Не, долго. Да не, недолго, собак еще кормить. Собаки вообще это святое. А сейчас надо будет перебивочку сделать, потом по частям залью его. А то опять сейчас больше 10 минут начнет камера лагать, тупить. Завтра еще надо сходить к доктору Барсукову, сделать несколько целительных пособий с советами. Как же так жить? Первый совет был хороший, мне понравился. Первый совет был, чтобы быть здоровым, надо больше зарабатывать, чтобы хватало бабла на лечение. А второй совет, как зарабатывать? Надо стать заместителем главы. Самое такое оптимальное. И можно бесплатно в командировке гонять для собственных нужд. Я вот травку смотрю, где бы собакам травки нарезать. Я же не накосил опять, сколько надо мне. И много-то не надо. Пару тючков бы хотя бы сделать. А знаешь, чем вопрос был с тюкованием? На. Вопрос был с тюкованием в том, что тюк этот, на тюковалку сделать. Там технологически часа на 3 работы. На 4, час искать. Там где-то отшарнирование, не помню. Лежат. Знаешь, такой с откидной крышкой. И надо будет пропиленовую эту купить. Веревку. Тогда можно даже заготавливать прям. Ну, можно заготовить даже на продажу. Надо озвучить ребятам планы, как бы. Можно вполне. И есть те, кто будут покупать. И не только тем, кому там свиньям, коровам. Будут покупать также и для собак. Почему бы и нет? Можно меняться, на рыбу, например, менять. С теми, кто официально рыбачит. Много, можно много чего. Потому что те ребята, которые сейчас всеми нашими ресурсами и деньгами владеют, они сейчас колхозы пооткрывают, собственно говоря, и нас в эти колхозы загонят, чтобы мы колхозили желательно бесплатно на них. Ну, в основном бесплатно, смысл получается такой. Потому что мрот это чисто, чтобы не подохнуть. Рабы получше жили, кстати, птичка. Ну чё? Мы хотели же вот, вот мы вот и вышли, видишь, вот мы едем, и вот мы смотрим на эти склоны. Если дальше поехать, мы можем поставить машину здесь где-нибудь. Не знаю, как там дальше будет дорога. Так что я сейчас, я думаю, просто серпом накошу сухой травы уже. Покосы на хранение, наверное, определю на следующий год. Вот отсюда вот можно хорошо. Слушай, я на этой террасе вообще, по-моему, никогда не был. Я просто предполагал, так что отсюда такой вид. Ну, то, что я предполагал, оказалось еще круче. Ну вот, первая часть готова. Подписывайтесь, друзья, на канал. YouTube, правда, загибается. Не знаю, раскидаю видео везде, где возможно. Говорят, на WhatsApp неплохой. Ой, на WhatsApp, на ВКонтакте неплохой хостинг нынче. Видеохостинг. Ну, попробуем, похостимся там. Сделаю еще альбомы с видео, попробую своими. Потому что YouTube весь грохнется. Вот, ты что хочешь? В туалет сходить? Я тебя не буду записывать, как ты в туалет ходишь. Зачем? Ну и все, слава богу. Все. Не, ну мы, конечно, открыты, но некоторые моменты должны присутствовать такой, скажем так, закрытости. Так, други, ну, первая часть. Осенний обзор.
такой небольшой стримчик. Поход за грибами.